Ребята, а сейчас я расскажу немножко вам об этом автомобиле. И вы не поверите, это Mercedes C-шка. 1.8 турбо. Но звучит она совершенно по-другому. А все потому, что человек целенаправленно, постепенно, поэтапно проходил все этапы процесса тюнинга выхлопной системы. Машина была в сервисе в нашем несколько раз. И также один раз, ну, по случайности, по стечению обстоятельств, она уехала в другой сервис. А как произошло? Человек набрал в поиске название нашей организации и, не посмотрев внимательно, кликнул по сайту, собственно, перешел по ссылке. Ему там вежливый человек предложил: да-да, конечно, мы тюнинг глушителей. На, серьезно? Приезжайте к нам, все сделаем. В итоге выхлоп висит немножко кривовато, мы это подкорректировали. Там насадочка, она на самом деле вот с левой стороны слегка касалась кузова. Этот тоже момент мы учли, исправили. Итоговый вариант выхлопа, который сейчас есть, он мягче, он тише. Собственно, как получилось, я думаю, что напишите, пожалуйста, в комментарии. И если вам понравилось, поставьте лайки. А если хотите также, приезжайте обязательно в ультравыхлоп. Не ошибайтесь, пожалуйста. Ультравыхлоп. В одно слово. Второй Донской проезд, дом 10, строение 2. На связи.